Всем привет, рада видеть вас на своем канале. Сегодня будем наряжать ноготки. Клиентка у меня впервые, всегда перед новым клиентом есть какое-то волнение. Я объявление не даю о своей работе и ко мне приходит лишь по рекомендациям. А когда кто-то хвалится, уж очень не хочется подвести. После 2 часов и 35 минут работы получили вот такой результат. На нюдовом фоне яркий цветочек. Цветочек, ну, очень простой в исполнении. Несколько тренировок на типсах, и у вас обязательно получится порадовать своих клиентов. Кстати, клиентка ко мне пришла из-за того, что я сама рисую. Так что наши клиенты становятся более требовательны и предпочитают рисунки от руки, чем слайдеры или наклейки. По крайней мере, у меня это не первый клиент, который приходит ко мне именно по этой причине. Первым делом придаю форму свободному краю. Пилкой прохожу под поверхностью, убираю естественный глянец, и пилка хорошо приподнимает чешуйки, вследствие чего база глубже проникает в ногтевую пластину и вероятность отслоек снизится. При опиливании обязательно сравниваю ногти по длине. Ноготь на среднем пальце должен быть чуть-чуть длиннее, чем ноготь на указательном, так как он немного шире, и если сделать длину одинаковой, будет казаться, что он коротковат. А ногти указательного и безымянного пальцев должны быть одинаковыми. Ну и мизинец чуть короче всех остальных. В целом все должно смотреться гармонично и едино. Согласитесь, насколько симпатичные стали ноготки. И это лишь опилила я форму. Вот результат через 10 минут. Апельсиновая палочка отодвигаю кутикулу. На безымянном пальце и мизинце зачастую кожа более нежная. Эти пальчики не такие рабочие, как указательные и средние, поэтому меньше подвержены раздражителям. Поэтому работаю с ними максимально осторожно, особенно в уголках. Фрезу вычищаю птеригии. Переключила реверс и причищаю с другой стороны. Срезаю кутикулу. Клиентка на своей работе постоянно в перчатках, а талька от них высушивает кожу. Огрубевшие уголки шлифую шаром. Ну и заодно убираю мелкие заусенчики. Потираю пыль. Вот ручки в сравнении. Наношу праймер. Основной цвет от Fiora номер 84. Один из моих любимых нюдов. В один слой ложится полупрозрачно, а второй слой хорошо перекрывает ноготок. На втором слое выравниваю кутикулу. Черным гель-лаком прорисовываю цветок.
Рисую второй ряд лепестков. Рядом рисую листья. Теперь нужен фиолетовый или любой другой цвет, которым вы хотите сделать цветок. И цвет на листья. Я выбрала кошачий глаз. Фиолетовым прохожу по крайней линии лепестков. Немного растушевываю, делаю плавный переход. И прокрашиваю второй ряд лепестков. Закрашиваю листья. Еще раз фиолетовым прохожу совсем по краю лепестков. Добавлю листья. Желтым закрашиваю серединку. Черной гель-краской тонко прорисовываю листья и цветок. Проставляю штрихи на серединке. Перекрываю все ногти топом. И вот результат. Ссылку на интернет-магазин Fiora оставлю в описании под видео. Люблю эту продукцию, часто не пользуюсь и всегда очень довольна результатом. А при заказе на сумму от 2500 рублей доставка будет бесплатная. Если вам было интересно это видео, ставьте ему лайк. А если понравился дизайн, оставляйте цветочек в комментарии, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы смотреть новые видео первыми. Ну а у меня на сегодня все. Всего доброго, хорошего дня!